Как вам вообще участие в этом проекте? Было очень классно, но хотелось как будто больше общения. Сейчас оно будет как раз. Но хотелось вначале общения, а потом танца. Интересно, что все на разном уровне находятся. И, конечно, наблюдать за тем, как люди начинают чувствовать партнера, то это тоже очень интересно. Это гораздо веселее, чем сидеть семерка в школе, скажу честно. Я считаю, что это очень хороший опыт. Это очень здорово, что мы сейчас возвращаем старые традиции, баллы. И это хороший опыт, хороший способ сохранить наши традиции. Да, я согласен, что это очень интересный опыт. И в данных мероприятиях я никогда в жизни не принимал участие. Но это действительно очень интересно, и хотелось бы, чтобы такое происходило почаще в наших школах, в нашей стране. Появятся ли у вас новые друзья, как вы думаете? Я думаю, да, обязательно. Хотелось бы верить. Надеюсь, но я думаю, что слишком мало времени. Успели пообщаться с людьми и на эстонском, и на английском с разных школ. Попрактиковали язык, это очень хороший опыт. Мне действительно понравилось. Познакомились с разными людьми, поговорили на разные темы. Мне кажется, что в современном мире обязательно нужно обладать несколькими языками, и таким образом возможно практиковаться, говорить на английском, эстонском и русском языках. Было заметно, что вы оба явно умеете танцевать. То есть вы занимаетесь? Да, было дело. Я занимался, если я правильно помню, то ли с 5 лет и до 11, то есть 5-6 лет, где-то я занимался бальными танцами. И, по-моему, в 11 лет я закончил это. Сейчас я занимаюсь волейболом, но все-таки мышечная память осталась и опыт как бы есть. У меня тоже есть опыт. Лет 5 назад я забросила танцы, но до этого я занималась. Мы loodamegi, et peale seda projekti on ka teisi koole, kes soovivad nii-öelda samalaadset projekti siis läbi viia, ehk siis, et neil on nii-öelda võimalus tutvuda teiste koolidega, siis noored saavad oma vahel suhelda ja samal ajal nad siis õpivad ära seltskonna tantsus nii-öelda mõned tantsud, mida siis saab edaspidiselt kasutada.